На следующей неделе, 5 октября, свой профессиональный праздник отметят педагоги. Это те люди, важность труда которых сложно переоценить. Именно они дают первые знания, закладывают основы воспитания наших детей, формируют личности тех, кому спустя годы мы доверим управление нашей страной. Сегодня к представителям этой ответственной и почетной профессии относят не только школьных педагогов, но и работников дошкольного образования, а также тех, кто занимается развитием детей, преподавая им различные дисциплины вне рамок школьного образования. Всем им мы посвятили специальную серию наших сюжетов. И сегодня мы начнем с рассказа о династии преподавателей спортивных дисциплин, которые стали наставниками для десятков юных чемпионов, а также вырастили собственных талантливых детей, для которых важнейшей составляющей их успеха стал спорт. Наталья Нуралиева с 16 лет преподает очень популярную в нашей стране борьбу дзюдо. Сама она была еще школьницей, когда ее буквально покорил этот вид спорта, в котором она чисто по-женски нашла свое обаяние. Меня поразила красота борьбы, потому что борьба и дзюдо, и самбо, те движения, которые используются в этих единоборствах, они очень похожи, то есть они очень гармоничны и похожи на танец. Юношеское увлечение Натальи переросло в любимую профессию и, более того, стало делом семейным. Тверичану хорошо известен ее супруг, директор спортшколы «Олимп», тренер-преподаватель высшей категории, мастер спорта международного класса, чемпион Европы по самбо Кахраман Нуралиев. И у самой Натальи тоже немало спортивных достижений. Например, в 89 году она стала первой чемпионкой мира по самбо. Но самое главное ее достижение – это пятеро детей, за что семья была отмечена на федеральном уровне. Самых старших Наталья лично с ранних лет тренировала в этом зале. Сейчас они уже состоявшиеся молодые люди. Но по их собственным словам, именно спорт стал основой для их достижений в различных сферах. Дзюдо дисциплинирует, закаляет силу воли, характер. Не только в учебе помогает, везде, во всем. То есть и распланирует свое время грамотно. Я успевал и тренироваться дзюдо, и учиться в это и в школе, и в университете, и везде все успевал. Нурали Нуралиев, закончив математический факультет Тверского госуниверситета, поступил еще и в аспирантуру физики и астрономии. Успешно осваивают науки и другие дети Нуралиевых. А Наталья и сейчас тренирует ребят. Но теперь ее ученики – это дети в возрасте от 2 лет. Преподавать дзюдо самым маленьким, наверное, сложнее всего. Ведь мало просто показывать приемы. Нужно сделать так, чтобы боевое искусство им стало по-настоящему интересно, а также чтобы борьба стала частью общего гармоничного развития личности. Дети, они все разные. И заинтересовать ребенка, донести до него эту красоту борьбы, то есть для этого нужно постараться и всегда шагать в ногу со временем. Успешная спортсменка, наставник, ну и, конечно, заботливая мама Наталья Нуралиева вполне логично попала в фокус внимания нашего телеканала, который вместе с партнерами медиахолдинга «Тверской проспект» накануне Дня педагога поздравляет всех, кто решил посвятить себя воспитанию и обучению детей. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите от наших партнеров подарить вам вот эти замечательные подарки. В первую очередь, конечно, это вот замечательное украшение от компании «Жемчужина». Носите на здоровье. Спасибо и думаю, большое. Что это будет прекрасным дополнением к вашему спортивному образу. Ювелирный салон «Жемчужина» находится в самом центре Твери, в доме номер 4 по бульвару Радищева. Здесь можно приобрести самые разные украшения из золота и серебра, подчеркивающие вашу индивидуальность и создающие именно ваш стиль. Все изделия – производство только лучших отечественных и зарубежных брендов. Здесь широчайший выбор изделий с бриллиантами, а также эксклюзивных работ, которые приобретаются на самых известных международных выставках. Цены рассчитаны на покупателей с самыми разными бюджетными возможностями. Здесь можно приобрести ювелирные изделия, что называется, на все случаи жизни. Помолвки, свадьбы, юбилеи, дни рождения. Еще одной особенностью салона является зал, где продаются только серебряные украшения. Все это штучные изделия ведущих фирм – цепочки, браслеты, колье и даже детские серьги. Ну и, конечно, обручальные кольца. Ну а для тех, у кого день рождения, от салона «Жемчужина» подарок – хорошие скидки. К поздравлениям в адрес семейства тренеров-преподавателей Нуралиевых присоединились и другие партнеры нашего медиахолдинга. В большой семье, ведущей активный образ жизни, совсем не просто следить за чистотой одежды. На помощь приходят современные решения от сети химчисток Magic. Химчистка Magic дарит вам тоже свой подарочный сертификат, чтобы ваша одежда всегда была красивой и чистой. Спасибо большое. Magic – это целая сеть химчисток, которые для удобства клиентов находятся во всех районах Твери. Magic предлагает самый широкий спектр услуг. Например, вы можете привести в первозданное состояние вашу одежду.
Пиджаки, рубашки, джемперы, платья, куртки, пуховики – все это эффективно чистится с применением самых современных технологий. То же касается и таких дорогих для всех женщин вещей, как шубы и меха. Благодаря химчистке Magic они опять будут выглядеть как новенькие. Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие, у кого есть дети, это мягкие игрушки. В салонах Magic можно решить и этот, а также многие другие вопросы. Сумки и чемоданы, домашний текстиль и обувь. Все это способно привести в порядок современные химчистки сети Magic. В том числе и организую выезд специалистов на дом. Обращайтесь и оцените сами удобство и качество предоставляемых услуг. Любая женщина, какой бы она ни владела профессией, всегда мечтает быть объектом внимания и восхищения. А для этого, конечно, необходимо следить за собой, поддерживать себя в тонусе. В этом всегда помогут лидеры на рынке оздоровительной и бьюти-индустрии, Центр здоровья Тайдэй и компания «Агент красоты». Центр здоровья и красоты Тайдэй дарит вам вот такой замечательный подарочный сертификат. Я думаю, что вам нужно будет обязательно туда сходить, чтобы вам как следует все намяли. Спасибо большое. Чтобы получить настоящий тайский массаж, теперь достаточно приехать в Тверь, на бульвар Радищева. Именно здесь находится Центр здоровья и красоты Тайдэй. Тайский массаж – это уникальные техники и натуральные природные средства. Ну а довести ваш облик до идеала помогут специалисты компании «Агент красоты». Любой, даже спортивной красивой девушке, как вы, хочется всегда оставаться красивой. Компания «Агент красоты» дарит вам вот такой подарочный сертификат и приглашает на красивые и правильные процедуры. Спасибо. Маникюр, педикюр, стрижки и окрашивание волос, сахарная и восковая эпиляция. Это и многое другое выполняют лучшие мастера Твери в салоне «Агент красоты». Приходите и окунитесь в мир красоты. И, наконец, какой праздник может быть без цветов? Тем более, когда главная героиня – представительница прекрасного пола. Этот шикарный букет вам дарит компания «Агент цветов». Поздравляем вас с Днем Учителя. Вы делаете очень большое и хорошее дело. Флористический салон «Агент цветов» в самом центре Твери – это роскошные и стильные букеты. Приходите в салон «Агент цветов», и здесь вам помогут подобрать по-настоящему изысканный букет с учетом всех ваших индивидуальных пожеланий, по всем поводам и на любой вкус.